Да, погнали. Так, поступил заказ в тупику. Включаем кнопочку. Bosch. Включается машина. Что показываем на экране? Смотрите, что показывает. Вот. Водички у нас, как вы, походу, нету. Нету водички. Вот фильтр. Воду наливаем обычную из-под крана. Здесь есть рисочка. Максимум наливаем. Максимум больше не надо. Не рекомендуется. Вот рисочка максимум. Видите? Вот она тут. Ставим в лоток. Оп. Теперь выбираем. У нас маленькая кружечка. Выбираем кнопочку маленькая, ну, кружечка. А он водичку почему-то не принял. Так, вот. А что он не принял-то? Что случилось? А, вот. Ой. Это слив водички ненужный. Что он делает? Все, финита ля комедия? Ну, я не знаю. Он, походу, возбужден. Так, еще раз. Ух ты! И еще продолжение банкета. Пар идет. Там воздух. Ой, капает, капает. Оо, еще потекло, потекло, потекло. Так, моргает, моргает. Еще разок. О, включилось. Вот! Сливаем эту гадость паршивую. У нас маленькая кружечка заряжается. Ставим маленькую кружечку. Опа! Прошел процесс. Сейчас будет результат. Кофе Зуси кафе клаба. Все, заработала машина. Дверь машина боевая, немецкая, бошевская. Профессиональная. Бенвуэта классик. Сейчас потекет. На самом деле. Не, подожди, подожди. Вот кофейку. Вот. Такая маленькая доза. Можно дополнительно еще раз нажать, не вопрос. Thank you.